В Академии это часть Мариинского театра, Мариинский театр, и я лично брал на себя ответственность за то, как здесь будет обустроен процесс подготовки молодых певцов. Было это в далеком 1999 году. С тех пор огромное количество работ вокальных, актерских. Привыкли к тому, что мощное пополнение, естественно, подрастает в этом же театре. А занимается этим моя старшая сестра. Академия молодых певцов Мариинского театра во главе с Ларисой Абисаловной Гергиевой отметила 15-летие своего рождения. Сегодня академистам доверяют не только участие в спектаклях текущего репертуара, но и мировые премьеры опер, специально написанных для академии. Одна из последних премьер этого года – концертное исполнение оперы «Казаки» Леонида Клиничева по одноименной повести Льва Толстого. Еще в юности композитор настолько увлекся поиском казачьего фольклора, что остался на Кубани жить. За эти годы Леонид Клиничев собрал 400 казачьих песен. Художественный руководитель Академии Лариса Гергиева предложила композитору обратиться к повести Толстого и вспомнить о своем богатейшем архиве. Два до 95. Да как пески казаки? Значит, современное звучание. Есть песни, которые вообще не имеют времени. Они звучат все время. Абсолютно. Вспомните те песни, которые пел Шаляпин, например. Да? Они ведь и сейчас звучат. Есть вещи, которые очень ценны для людей из поколения в поколение. А есть, которые моментально исчезают. Те песни, которые выписаны в повести, они, в общем, где-то близко перекликаются с теми, что пели казаки в свое время. Касается музыкальной составляющей, то там есть два момента. Первый момент мелодический, связанный с стилем композитора. То, когда слово ложится на мелодию. И второй момент, который, безусловно, очень важен, речитативный. Композитор иногда предоставляет певцу, в частности, в моей партии этого достаточно, предоставляет певцу возможность самостоятельно выбрать интонацию для того или иного момента. То есть он не обязывает тебе следовать мелодии, а оставляет какую-то речитативную часть. И здесь, мне кажется, наиболее ярко проявляется качество слова. Потому что если бы оно было не таким сильным, возможно, мы в этих частях просто потеряли нить, потеряли смысл, потеряли всю историю. Я стал встречать тебя и говорить с тобою, но ты на все всегда отвечала одинаково, спокойно, гордо и чарующе равнодушно. Дети, которые в данном случае несут ответственность за то, что происходит, и вот чего я не могу себе позволить, так это увлечься так, чтобы, ну, не дай бог, кому-то помешать, или как бы в азарте, может быть, там взять неисполнимый какой-нибудь, такое бывает. Вот поэтому какая-то часть рассудка, конечно, контролирует происходящее. Заурбек Гукаев уже три сезона работает в Мариинском театре. Только за первый сезон молодой талантливый дирижер провел 60 спектаклей. В его творческом багаже уже не одна премьера.
дирижер в данном случае попал в точку. Знаете, меня может удивить только в том случае, если это звучит еще лучше, чем я задумал. Вот. И вот в какой-то степени, в каких-то местах, мне это действительно даже понравилось больше, чем я рассчитывал. Которых уже хорошо знают и в Петербурге, и за пределами города, и даже за пределами нашей страны. Вот, например, Мария Баянкина, замечательная сопрано, и я очень радуюсь ее очень таким вот сейчас ярким успехом, потому что вот буквально недавно в Настасье Филипповне она просто покорила всех, а сейчас совершенно противоположный образ, и такая казачка, очень яркая, строптивая, дерзкая, в то же время очень женственная, глубокая. У нее очень красивый, теплый, большой голос, и есть задушевность, вот что очень важно. Академию молодых певцов Мариинского театра и Леонида Клинчева, композитора, связывают уже многолетние творческие отношения. Им написано ряд произведений специально для того, чтобы состоялись премьеры именно на сцене Мариинского театра и специально для Академии молодых певцов. Вот за такое интересное содружество рождает все время новые какие-то идеи. Ступай, Андрей, слушай прочь. Хотелось бы, чтобы наши молодые композиторы, вот ныне творящие, чаще и активнее обращались к литературе русской, а мы всегда готовы, если это действительно талантливо, исполнить.